можно съехать. Зацепиться за что-то. Видел бы это, Сэм. Вперед и наверх. Нужна камера на самой вершине. Трудно поверить, что вот здесь пираты сидели и ждали виселицы. Ладно, куда мне? Поразительно, что тюрьма еще цела. Испанцы строили такие вещи на совесть. Скольких пиратов тут сгноили? Ладно, не буду врать. Это круто. Пропускает. Ну вот, камера Бернса. Да это прямо номер люкс. Ладно, с чего начать? И какой же смысл в этих закорючках? Солнце и луна. В алхимии это золото и серебро. Стоп. Что-то подобное было в письме.
Похоже на часть символа. Вот и вторая часть. Ну-ка. Вот так лучше. Так, тут знаки зодиака. Это стрелец, а это скорпион. Нет, не тот. Римская цифра 10. Ничего. Как там в письме? И римская цифра 2. Нет. Ну, и где тут у нас стрелец? Стрелец и римская 10. Знак скорпиона и римская цифра 2. И не этот. 10 и 2. Крест и две черты. Ух ты, что у нас тут? Дигна фактис рекипимус. Больше ничего. Ладно, пора назад. Смотреть под ноги. И вниз. Что это? Еще раз. А вот Рейв так не мог. Бедное мое плечо.
Вон, Варгас. Хочу в долю. Я с вами. Долю захотел. Другое дело. Добрался. Как успехи? Дрейк? Ну что? Там было пусто. Если где и спрятана подсказка, я ее не нашел. Уверен? Ты хорошо поискал? Наверное, я упустил что-то в письме. Вдруг имелась в виду другая башня, которой нет давно. Ну да. А может, чертежи какие остались? Схемы построек? Может быть. Есть какой-то архив. Ага, хорошо. Тогда поищи там. Вдруг чего накопаешь. А я поговорю с Сэмом, он эксперт по Эвери. Может быть, он во всем этом разберется. Ладно, я залезу в архив. Да. Повернись. Ага.